Ребят, всем здорово. Ну, в общем, сейчас захожу в зону доклада, Sound Traffic, буду звать. В общем, смотрите, как нужно это делать. Спокойно, не спеша. Вот. Уверенно, да? Погнали. Sound Traffic. Motor Sula calling you over. Sula, Sound Traffic. Good morning. Good morning, sir. I enter now is your area, sector 1. Yep, I see that you are doing. Can I have a maximum draft? How many persons are you aboard? My maximum draft 3.8 meter and 8 person on board. Will you use the Drogden channel for your transit? Yeah. We're passing west part of island Wen and proceeding by in Drogden channel, yes. That's well received. And your airdrop is less than 35 meters, is that correct? Yeah, less, 20 meters. Do you have any cargo on board? Any dangerous cargo? With ballast condition, no danger cargo on board. Do you have any cargo? Oh, we don't have any cargo on board. Ballast condition. Ballast condition, that's well said. And your bunker figures, please. Fuel oil, diesel oil? Gas oil. 90 cubics. And what is your destination? My destination is Kaliningrad, Russia. Okay, we'll receive. Thank you, have a good lunch. Stand by 7316. Thank you, stand by. Ну, короче, как-то так. Sound traffic, Майка. Сейчас следующий уже будет докладываться. Thank you calling sound traffic, morning. Короче, ничего сложного в докладе нету. Я надеюсь, всем было понятно, что спрашивали, какие вопросы, да. Если же не все понятно, может быть, в комментариях потом напишу, что именно спрашивали по порядку. Вот. Ну и все, в принципе, на этом. В зону зашли. Двигаемся, значит. Кто еще не ходил, да, Drogden каналом, показываю. Вот, заходим. Сейчас уменьшу масштаб. Категат, да, у нас тут. Вот, соответственно, так будет понятней, где это находится. Вот, идем. Здесь сужение уже идет. Вот. Швеция, Дания, да. Вот самая узкая часть здесь. Ну, у меня уже есть пару роликов именно прохождения, да, в другой канал, потому что мы здесь очень часто проходим с такой маршрут. Вот он, как он выглядит. Этот канал. В принципе, и спрашивают, будете пользоваться им или нет. Всегда ходим именно Drogden каналом. Ну все, на этом, наверное, я и закончу. Всем спасибо за просмотр. Делайте репост желательно, чтобы был смысл работать дальше.